Накануне губернатор Игорь Рудени ознакомился с ходом выполнения работ по национальным проектам «Безопасные качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» на территории города Твери. В частности, глава региона прошел по улице Андрея Дементьева от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина. Работы на объекте завершены в конце октября. Выполнено устройство дорожного полотна, тротуара из гранитной брусчатки, заменен бортовой камень. Игорь Рудени подчеркнул необходимость приведения объектов, расположенных на улице Андрея Дементьева, к единому архитектурному облику. В частности, это касается выполнения работ по фасадам зданий, замене входных групп. В сквере на площади Михаила Тверского завершена укладка гранитной брусчатки, заказаны малые архитектурные формы и фонари. Установка должна быть завершена в ближайшее время.